В Амценском районе завершились областные соревнования «Школа безопасности». Они проходят уже второй год. В этот раз участие приняли 16 команд из 9 районов. На протяжении 3 дней ребята в возрасте от 12 до 15 лет состязались в беге, силовых упражнениях и пении. Данное мероприятие имеет еще очень огромное воспитательное значение. Дети учатся работать в команде, умеют поддерживать друг друга, показывать свои наиболее лучшие качества, которые в дальнейшей жизни им очень-очень пригодятся. Организаторы уверены, что данное мероприятие закрепляет у школьников сознательное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.